Inele, cercei și brățări de aur, telefoane scumpe sau tehnică de uz casnic. Acestea sunt cadourile pe care le-au pregătit îndrăgostiții de 14 februarie. Deși este o sărbătoare împrumutată din Statele Unite ale Americii, Valentine's Day este marcat de mulți bălțeni. Anul ăsta sărbătorim prima dată, că e prima noastră dată de 14 februarie. M-am gândit timp de o săptămână și am dat comandă și ea că două săptămâni până a venit comanda. Certificat podarăcinii. На белье. Как знак внимания для любимой. Străduimся sărbătorim fiecare zi această sărbătoare, să ne spunem un cuvânt frumos de dragoste, să ne amintim că suntem importanți unul pentru altul. Bineînțeles că am un cadou surpriză, un abonament la sală. La unul din magazinele de bijuterii din Bălți, vânzările au crescut în această perioadă. На день влюблённых, да, больше берут покупают украшения с одиночным камнем, потому что ребята решаются сделать предложение почему-то именно в день влюбленных. Еще покупают у нас кулоны, сердечки разные, кольца, то есть вот такого плана сейчас очень актуальны, без камней. Ребята проявляют свою любовь, да, это символ, наверное, да, дня влюбленных, сердечки. Andrei și iubita sa sunt împreună de 3 ani. Deși a cerut-o deja în căsătorie, tânărul a decis să-și bucure jumătatea cu încă un inel. Мне кажется, женщин нужно радовать каждый день, потому что они настолько нежные существа, которыми мы, о которых мы должны заботиться, всегда их должны лелеять, беречь. Каждый любой уважающий себя мужчина должен приносить счастье и радость в жизни абсолютно каждой женщине, которую он добился, которая у него есть, которую он любит. Iar unii bărbați dăruiesc iubitelor sau soțiilor tehnică de înfrumusețare sau de uz casnic. Стиральная машина нужна в первую очередь. Я считаю, что это отличный подарок. Чтобы мне в какое-то время подарили что-то подобное, это лучше всякого рода, допустим, гаджетов, как телефон, мне кажется. В основном, конечно же, мужчины, которые не особо разбираются, как вообще здесь у них все происходит в плане волос, что нужно сделать по красоте, в основном выбирают, конечно же, утюжки, завитушки всякие, фены. În Republica Moldova sunt înregistrate aproape 16.000 de persoane cu prenumele Valentin și 59.000 de persoane cu prenumele Valentina.